Это Веспланет.нет. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сергей Вдовин, Павел Клишн, Алексей Красильников у микрофонов. Посмотрели шоу Elimination Chamber. Кстати, как это правильнее вот на русский перевести? Потому что что-то как-то сегодня писал, подумал, вот Аска выиграла матчи, деньги в банке, нормально. Королевская битва, нормально. А это что, палата удаления? Я вот вспоминаю, как мы несколько лет назад Серхио свои подачи эти названия э, а -а русифицировали, броска годовщины, вот эти вот всякие шняги. Как элиминейшн чемпионат? Придется, слушай, если у нас весь планет как СМИ зарегистрирован, если есть русское название, английское нельзя использовать. Вот. Камера устранения. Камера устранения, ну, ну немножечко приукрашено, но. Я сейчас подумаю, пока. Палата, наверное. Вот я тоже, у меня, у меня крайнее было, до чего я дошел. Это палата «Удалить». Казимат выживания. Казимат вы... хороший. Блин, вот это, ну, это не выживание. Выживание это survival, survivor. А тут elimination. Это вот устранить, удалить, экземнировать слово. Казимат убийства. Это как будто бы, знаете, казахский фильм про Джеймса Бонда. Казимат убийства, это, знаешь, это скорее казахский актер с фамилией такой, знаешь, только на пол заканчивающийся такой, украинская фамилия. Немножечко политики. Это уничтожение. уничтожения. Угу. Комната пыток. Вот как тебе? Просто комната пыток. Но это не Хорошее пыток. Ну, да, вот тут вся фишка в том, что входят несколько, и они по очереди вылетают. Но они же пытают друг друга. Это, ну так пытают и во всех других матчах. Более того, я тебе скажу, когда мы. Ну, правда, когда мы смотрели женский матч, это было прям в прямом смысле слова, но я надеюсь, до него мы дойдем чуть попозже. Ладно, это будет домашнее задание для всех, кому интересно поучаствовать. Как вообще только по-серьезному Elimination Chamber можно перевести? В принципе, на комментарии с переводом можно не ограничиваться, мы любым мыслям, мнением рады. Пишите, что понравилось, что не понравилось, а мы сейчас поделимся своими идеями. Собственно, с женского матча все и началось. То, что, наверное... Женский матч, я не знаю, отдельно стоит его упоминать или нет, все-таки, наверное, нужно, но вне связи, вне параллели с мужским, мне кажется, его нельзя даже просто упоминать, потому что вот все, что было продумано, предусмотрено в мужском матче, в женском было вот так вот, просто взяли, блин, как в шутку у Камызяков была, когда взяли вот так вот все органы, все части тела на лице, и вот так вот бросили, и все это на лицо прилипло. Магрип Лайона или Магрипах? Нет, я это помню про про Дорохова, когда вот так вот лицо смяли, бросили, а -а -а. Спону, лицо. Так и здесь. Что у нас там? Шесть участниц, четыре клетки, две входят по очереди. <пим> <DVD> Аска, побеж... вот так вот все плеснули и получился вот этот вот этот или нет? Вот расскажите, Рамбол почему я не прав. Назад точно такой же. Рой Рамбл точно такой же был, потому что женский mm -hmm. дивизион WWE не ну не Три он продюсера. Нужен. Три. Слушай, это старый мем про то, что у какой-то песни 20 тысяч продюсеров, да. а у старых песен один продюсер был. Тут вот пытались они что-то... Не нужен... же... Нет, не, неправильно сказал. Женский дивизион нужен. Им нужна репрезентативность. Им нужна, чтобы была женская аудитория, хоть как-то девчонки, которые смотрят рестлинг, с кем-то могли себя ассоциировать. И все. А вот чтобы делать матчи, чтобы что-то чем-то заниматься, рестлингом, какие-то сюжет придумать, это никому не надо. Ну поэтому они не запариваться делайте так. Главное чтобы не отвратительно. <связано> отвратительно это нет, не отвратительно это просто никак. Ну, ну местами было отвратительно. Ну это уже исполнительское мастерство отдельных рестлеров, а так mm -hmm. вот если вообще так посмотреть, ну вот оно есть и есть. Ну, мне, я согласен, это обсуждать неинтересно, потому что интересно обсуждать, когда плохо, интересно обсуждать, когда хорошо. Вот оно просто вот есть. Но оно было, было плохо. Обсуждать? Я не согласен. Ну, победила. Я не, не согласен, что было плохо, просто оно было. По сравнению с мужским, да, плохо. Потому нет. что там было хорошо. Я готов говорить, почему именно это, почему было плохо. Потому что, знаешь, мы, мне кажется, снизили градус, и типа, ну прошло и прошло, и пес бы с ним. А тут нет, тут ведь именно было плохо. Более того, на что ну, я лично готов обращать внимание, это системно плохо. Потому что конкретно вот эта бригада людей за кулисами делает плохо. А потом пиаром, маркетингом и проходками, видимо, за кулисы доказывается, что это было хорошо. Паша, или это было хорошо? Это было хорошо. Я опять буду э, защитником э, друзей Женщина. человека, женщин. А дело в прошлый раз раз защищал том, что Дайчака и его СЛИ. там с женщинами не пахло. Ну, хороший матч совершенно верно но ну, там из женских матчей особо некого было защищать здесь здесь я скажу так это было хорошо но слишком быстро то есть такое ощущение что матч шел матч шел довольно неплохо в один момент будто бы кто-то позвонил, сверху сказали, так, э, женщины, сворачивайтесь. И за пять минут вдруг все шустро начинают самоустраняться. Ну, почти что самоустраняться, подставляться друг по друга. Раз одну, раз вторую, раз третью, все. И бас, э, аска победитель. Там минут семь бы еще добавить, и э, вышел Совсем вполне бы... бы... Что? Паш, кому ты говоришь? Блин, какие семь минут? как по мне, этих 7 минут не хватило. Был хороший матч, был плотный матч, было на что посмотреть, были и кринжовые моменты, но я, скажем так, видимо, научился все это, все это воспринимать в совокупности и какие-то неловкие моменты воспринимать как «Ай, ай, молодцы, девчонки, пускай будет так». Давай тогда про хорошее. Что вот прямо из-за чего этот матч пересматриваем? Так, он был динамичный, были неплохие споты, конкретней, я их с записывал. мы сейчас общие фразы говорим, давай. Я записался в блокнотик, блокнотик у меня вот ровно там, где спит моя семья, я сейчас обратно уже не смогу вырваться, да, поэтому буду по памяти. Эм... Так, э, двойной болевой на Лив Морган, которая, так, которая она опять начала учили, ржать. Она опять начала ржать или, или мне показалось? Улыбка там была, да. Чуть-чуть. С Это Ракель же были... Ну, веселый. С Ракельганзаев было подожди, несколько... Ну, я подожди, погоди, Наталья... Ладно, окей, которая... я... Подожди, подожди. Вот ты сам сказал. Я по вспоминаю. Наталья, которая в Канаде исполняет снайпер прием Хартов, который, конечно, не из Монреаля, но там относ... относительно недалеко. Там ближе до многих других американских городов тем не менее. А Аска... Которая в итоге у нас, кто у нас там непонятный вообще демон из Японии. И вот это вот отключается, сдается с улыбкой. Там же были Наталья и Аска, я правильно помню? И это, да. по-твоему, хороший момент. Когда Лев Морган вдвоем держит болевом э, у меня уже, видимо, какие-то садистские наклонности. Давайте не зацикливаться на этом моменте. Я э, пытаюсь Давай вспомнить, что было хорошего э, матче. Несколько спотов с Ракель. Э, вот ее больше всего хочу похвалить в этом матче. Э, один за одним я не смогу вспомнить, потому что смотрел шоу два дня или даже три дня назад. Когда она одновременно держала рестлерш в руках, раскидывала их. А Наталья держалась на Потом... ней, чтобы не упасть, да? Uh, да. Ближе к концу несколько комбинаций из ударов, где они шли, где где атаки шли одна за одной. Это uh, то, то, что есть. Вот если бы, да, если бы я сейчас не забыл блокнотик, я бы прям все это перечислил. Uh... В целом, я смотрел, мне было интересно, и тут вдруг матч закончился. И я сижу, думаю, а почему вдруг так? А, линия с Кармелой, которая гнида, которая не хочет драться и быстренько выбегает, удерживает и забегает обратно. Такое всегда работает. Ты ждешь, когда, когда ж тебя гада накажут. И а, это, в общем-то, сработало. А, еще хочу похвалить того, кто... Вроде как додумался сменить Аски Гиммик. Если сейчас, по крайней мере, она э, это, это гораздо лучше, чем то, что было до ее ухода на лечение или где она была? Что изменилось? По крайней мере, сейчас она молчит. Она молчит. Леша она молчит. Спасибо доброму человеку, который додумался до этого, что это она изменила гиммик. Больше... Ты в курсе, что сказал Сами да, Зейн после кофе. этого шоу? Он сказал: Быть хорошим рестлером, проводить хорошие матчи уже недостаточно шоу, рестлинг. Mm. Рестлин становится для как представления нужен контент. И ты говоришь, что рестлинг, которая замолчала, которая перестала свою идею доносить, которая ходит, просто кривляется по-прежнему, с другой раскраской. И ты говоришь, что новый гимн. Для меня то, что было до этого, это, это, одно, это одно из худших вещей в истории рестлинга. Тот, Паша, кто додумался... Ладно, считайте, что я выбираю из нескольких зол, и я выбираю молчащее, тихое, которое просто загадочно улыбается и пускает жидкости кажется, на она еще Я согласен. На себе скажет, я уверен. Ей очень, надо больше на Расселманию нет. делать титульный. Как-то ей же придется что-то... Хоть какой-то сюжет надо из пальца будет высосать. Я не знаю, как они с этим будут справляться, потому что у них с этой с Бенкой Белер. Ну, ничего вообще общего нет. Вообще никаких даже точек соприкосновения нет. Что-то им придется делать, ну, посмотрим, что они будут делать. Возможно, вот ничего это... не будет, будет спорт. Вот это большой минус, в принципе, этого матча. Его истории всего женского дивизиона Роу, что нету, не было, в принципе, других альтернатив. Это это не РО-отборочный матч был и на Смакдауне. Это, кстати, очередной большой привет тому самому Ростеру Наталья пришла со Смакдауна. Но, но это был э, матч за право биться с Бьянкой Блэр, с чемпионкой да, да. РО. И не было, в принципе, подходящей кандидатуры. Понятно, что Бьянке после годового чемпионства нужен был э, серьезный противник на Расселмане, который бы хотя бы выглядел бы серьезной угрозой. И понятно, что Аска, как многоградный чемпион, здесь более-менее подходит. А больше некому. Бьянк, э, они уже и бились вместе с Бьянкой. Я не помню, бились ли один на один или нет. Я точно помню, что Аска. Бьянка удерживала Аску. В Бильзе они у них трехсторонник очень был хороший на Хеллен-СЛ, хороший, потому, да. что, с Беки -Линч, потому что я тогда смирился с тем, что лучше ничего не будет. А за неделю до этого у них был матч один на один у Бьянки против Фаски. На рожке, кстати. И вот это большой минус, что э, нету никого, кто, кто бы действительно мог бы сейчас выглядеть каким-то легитимным претендентом. Я, если честно, болел Ракель за Ракель. Ракель просто орет и машет руками, да. Но при этом я понимал, что ее еще рано куда-либо ставить, и еще хочу отметить костюм сгущенки на Ракеле, это было очень забавно. Mm -hmm. ну, и Синее... Ракель, конечно, она как соперница, это будет такой уровень NXT, мне кажется, рестлерши в NXT больше хотят, больше умеют, и что-то могли бы сделать, а тут, понимаете, у нас титульный матч на WrestleMania. Ракель Гонзалес, ну, не готова объективно, конечно. Можно было попробовать, просто чисто интересно, вот, вот как оно получится, не получится, как по бразильской системе. Ну, погоди, мы говорим Пучу. сейчас о чем? О проведении приемов, о такого матча? Чуть-чуть, а Ракель не сделает такой матч с а силовой, дресса, большой про бабой Бьянка, имеется в виду, в хорошем смысле слова, что она силовая, она мощная, она выносливая. Это вот Расселманию смотришь, думаешь, что вот сейчас что-то будет. А, а, а что будет? Ну тебе что поставили аску делать? на Расселманию просто, чтобы была размалеванная физиономия на картинке. Для этих, да, как да. ты говорил, для соцсетей, для чего там, для вирусов? Для фанатов этих самых. Не-не-не, Эти чтобы самые. вот разошлось по фоточкам, по видосам. Мемы? Ну не мемы, просто для красивой картинки. Наверное. Делите ну, мне, потому, -то что -то точно. Узнаваемое лицо, вот она вроде как считается популярной считается. Ну не, но ну она раскручена достаточно. Господи, я когда узнал, правда, реально осознал, что она выиграла вообще все, что можно в WWE. Но это какая-то стыдобище просто непредсказуемо. Знаете, сколько она времени в матче провела? Меньше пяти минут. Вот такая вот победительница. Это помнишь, мы с тобой обращали внимание, что она последняя вошла в матч? Так она не просто последняя вошла в матч, она еще и провела менее пяти минут для победы. Более того, она приложила руку к трем элиминированиям. Я во время шоу говорил, что походу она чем-то там то ли не готова, то ли не здорова. Тут одно из двух. Либо продюсеры, агенты этого матча вообще ни хрена не просто не соображали, что у них за козыри есть в этом матче могут быть. Либо она натурально на большее, ну, в силу здоровья определенного не способна. Тут третьего быть не должно, потому что идиотами... Нет, все есть третьего, всем плевать. Всем плевать. Всем плевать. Да. Ну, я и говорю, они просто не осознают, что у них было и как это все можно сделать. Они поставили первый в матч на выход Лив Морган первыми в матч. Вот у нас, кстати, был, господи, в следующий матч Elimination Chamber. Хвала просто, я не знаю, какому святому. Сразу показали. Нам нужно выстроить линию матча. Мы ставим Роллинза и Гаргана, которые понимают рестлинг, которые могут это соединить, на которых можно нанизать остальных участников споты. Они сделают. Они сделали. Здесь ставят Наталью, которая полматча неприкаянная ходит, принимает споты, проводит споты, и Лив Морган, и Лив Морган! Вот, да. Так там не было спотов, никаких матчей. Ну нет, там было. В конце флип были. когда ракель стояла в раскоряку, 10 минут ждала, пока на нее прыгнут. Ракель, которая я, подняла одну, а вторую снизу, подсунула и стояла, такая: посмотрите, как я стою, и за меня еле держится. Был спот с прыжком. Смотри, с... хорошо поднял. Бр... Вот! В том-то и дело, потому я говорю, что с мужским нужно сравнивать. Прыжок с ячейки или падение с ячейки. Ты меня, кстати, убеждал, что когда Форд прыгал из-под это из-под крыши, внизу обозначили драку. Я готов согласиться, что обозначили, хотя, на мой взгляд, нет. Но когда прыгала Ники Кросс с ячейки, вот так стояли все 10 минут. Да. Стоя... Это Ой, просто я... позорище такое а... в 23-м году показывать. Тем более, тем более, параллельно можно было, ну, примерно, плюс-минус параллельно, можно было посмотреть, как в Сан-Хосе проводит матч Саша Бэнкс и Кайри Ходзе. Ну, Кайри и Мерседес Моуне. Или сколько там, 30 минут они боролись. Я не знаю, сколько минут, но вот, вот у вас параллель была. Более того, буквально через некоторое время у вас в на ринг вышли Рипли и вышла Бет Феникс. Это, конечно, был матч селебов, но вот то, что напихали сюда, я не знаю. Нет, безусловно, были. Мне очень нравится физически вот этот, физически насыщенный рестлинг Ракель. У нее бигбут один из лучших на данный момент сейчас. Она очень здорово проводит. Может быть, кстати, потому что не знает, как его правильно проводить. Когда она внесла э, Ники в эту, в ячейку, это был один из лучших спотов с проломом. Это реально очень круто получилось. Реально как будто бы из ниоткуда. Но они тут же, сука, загадили этот момент тем, что удержание Ники Кросс не показали. Они сами сценарий свой не знают. Не знаю. Брок Леснер, который вышел в Royal Рамбл прош... в прошлом году, да? Блин, я в годах все еще путаюсь. Выиграл его сам самого... в прошлом же Леснер побежал, да? Игра. И выиграл в его вот прошлом. так быстро, спонтанно из ниоткуда. Да, вот а оно. в виду? Блин, нет, я хотел сказать, как Брок Леснер выигрывал Рамбл. Это неужели уже позап? Блин. Это в Брок прошлом Леснер году. В прошлом году выиграл Рамбо А, выиграл, я, я, забыл, да. господи. Точно. кстати, да, его путаешь, блин, и с этим, с Дэйваном ты его регулярно подметяешь. Нет, именно здесь. Вот он вышел, и это было паршиво. Здесь Аска вышла, три удержания вот так вот, меньше, чем за пять минут. Юнот, not ready for Аска. Господи, какое это было стыдобище. Это просто стыдобище. Причем, я готов, Паш, с тобой согласиться в том, что у каждой участницы этого матча Кроме Лив Морган, есть плюсы, которыми можно пользоваться. Кармел это реально хороший, прикольный вот этот подлый хил, который может вот что-то красть, хотя ее опять откатили к 2017 году. Про Ракель я сказал. Аск что-то там прокривляться может. Все-таки по-хорошему, -по -по у нее опыт наибольший. Наталья еще с таким же количеством. Вместо этого показывают вот это. Ладно, будете что добавлять? Я все сказал, что хотел сказать по этому мочу. Серхио, <къех> вердикт. Говно. Ну, я не буду говорить, что говно, но это, был, это было про, прям плохо. А самое главное, я вот тоже тезис... Ладно, повторю. не говно, отвратительно. Вы повторю, полчаса время. назад говорили по-другому. Плохо. Я говорю, что это плохо, и об этом нужно говорить. Это не было так, что давайте пройдем, это было просто плохо. А еще вот я с этот спот вспомню спот. слова. Для большей части этого матча клетка была не нужна. Это матч не Elimination Chamber. это матч по рестлингу, шестисторонний, вокруг которого поставили вот эту вот э, э, структуру. Все было ровно самое. Мы показывали Две... один и тот же, кстати, не спот, а момент с клеткой, когда просто, просто надавливают на клетку. Не да. зубами, как там Гаргана пытался откусить эту, не елозиют по клетке, mm -hmm. нет, просто надавливают. Это, и кстати, все я помню. Все по, по, по сделали, да. Причем можно Нет. реально, можно, можно изображать разные. Я, кстати, еще придумал фишку, которую сделать. Можно же просунуть и душить. Просунь вот как бы человека лицом вверх и тяни его за голову на себя, он будет как бы задыхаться. Спотов там можно на придумать, пролезли, нафига. Пролезут. Ну там же пролезали Я у пролезли. всех. Всех девушек, которых просовывали в ячейку, у всех пролезало. Можно придумать кучу спотов, здесь было старье. Опять же, кстати, к разговору о том, что клетка немножечко себя изжила, новых-то спотов не придумали. Показали командное удержание лиминирования. Ну, пускай такое будет. Командные, в смысле, на двоих. А дальше еще один матч, еще одни пять минуток э, Леснар против Лэшли. И снова вопрос: для чего это было? Что это было? Зачем это было? Они реально тянут до Расселмании, скажите мне. Очевидно, да. Прям, прям настолько очевидно, что на этот раз они даже не удосужились сделать какой либо то есть я уже давно смирился, что матчи Леснера это такой фестиваль финишеров. Это уже отдельный жанр матчей. Я ну, тебе по крайней мере. Покажу. Это придумал Курт Энгл 15 лет назад. Я более того скажу, ты сам скажешь, на каком шоу ТНА это было. У них был матч с Джеффом Харди, по-моему, в клетке, где они 15 минут только занимались тем, что проводили финишеры, вырывались. Ой, так странно, вас. что ты именно Энгла и Харди вспомнил. Ну, это же стиль Энгла. Это стиль Курта Энгла. Курт сам признавался, я не умею прописывать матчи. В Тиней, когда ему дали полную свободу, он начал просто проводить финишоры, вот эти спамы. Финишоры, большие моменты. Собственно, это с него началось. Но Курт Энгла Ладно. финишер не такой, чтобы прям ох. Вот у Брук ну, кстати, старом... да ох. F5. А так, ну, бросок и бросок, если ты не знаешь, что это финишор, ты в жизни ну, и... не под... Нет, захват я, имел имею в виду именно стиль. Спам финишорами, больше ничего. Это с... ну, Курт Энгл и... середина 2000. Я бы тут скорее вспомнил 2003 Vengeance. Вот Курт Энгл, Биг Шоу, Брок Леснер. Курт Энгл, где добрый, Энгл, привет. да, стал чемпионом. Да, вот там, да, самый настоящий фестиваль финишеров с первых секунд матча. Здесь, получается, Здесь даже не то есть я привык, что в матче Леснера это матч, где два больших мужика весело разматывают друг друга. Здесь даже этого не было. Все, на, все настолько схематично, то есть они даже не удосужились развлечь нас. Просто э, давай это, там я тебе два, ты мне два, я тебе один, ты мне один, и удар по яйцам. Все, то есть, они просто вышли, обозначили, что фьюд продолжается. Э, Ждите, Расселмании, И мне эта схема абсолютно не устраивает. Предыдущие Маш два матча, вопрос. они так или иначе были смотрибельными. А да. на Краун-Джули разве было иначе? На Краун-Джули, да, тоже не могу сказать, что было хорошо, но это было чуть подольше и было парочка интересных... Было чуть подольше и чуть поинтереснее. Да? Там что же было? Может быть. Ну, там, по крайней мере, матч закончился удержанием. Это куда ни шло. Ну, вот... Тот вариант концовки, когда э, Лэшли чуть ли не случайно удерживается, это, как мне кажется, хороший вариант для продолжения фьюда, где пока что не было ни одной концовки матча, где один рестлер чисто побеждает другого, э, но вот так лениво и глупо заканчивать. Э, я прям был очень разочарован. И я изначально думал о том, что ставить этот матч на это на это шоу бессмысленно и можно спокойно обойтись без него. Вот. Я, кстати, согласен, что гипотетически можно было без матча обойтись очень запросто. Прям леги женский поставить какой-нибудь. Только я не знаю, какой. А можно было Гюнтера. Нет, Гюнтера хотя ладно, тоже не надо. Какой-то матч на Смэке вот сейчас будет крупный относительно. Рей Мистерио против. Гюнтер против Мосса? Рей Мистерио против Кросса. Прям риф мне заговорил. Блин, да, Рыбчанский. Да. Классно. Ну, просто реально этот матч только все испортил. Я понимаю, сюжет может быть он идет не Брок Лестер против Баби Лэшли, а Брок Лестер против Херт Лока. Как Брок Лестер будет вырываться из Херт Лока? Но это надо как-то додуматься, это надо как-то на этом акцентировать внимание. Надо, чтобы комментаторы кричали: Херт Лок, никто никогда вообще ни разу не вырывался с этого преба. И ведь действительно, что Брок Лестер он в первом матче на крау он не вырвался, он удержал пришлось разрывать, а тут ударил по яйцам, тоже матч закончился, он по сути-то не вырвался оттуда, матч завершился, все, до свидания, получается, Брок Лестер дважды завершением матча вырвался из Лока. а нам надо даже, причем здесь же почему-то, почему-то у нас Баби Лэшли хил тогда в таком случае, да, мне кажется, Фейс почему? не должен вырваться, но хил наоборот, что как-то подлыми путями из этого Лока вырывается. Леснер, Лестер хил. Нет, Леснер Фейс. Слушайте, они сейчас оба себя ведут как хилы. То есть, смотрите, Леснер после матча нападает на рефери, который просто делает свою работу. А по яйцам ударил сам Леснер. Лэшли до матча не хотел Кстати, подписывать да, контракт, пользовался охранниками. Это мне напоминает пятнадцатый год, когда, помните, гробовщик против э, Леснера фьют э, и не кресл а уже после. Позже, позже. И там оба не были в таком. Ну, а, да, вернувся, летний осенний, да-да-да, да, 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 да. Вот, С глазами. Вот где мы... они, да, 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 а, Люблю этот фьют, кстати. А, они оба были в таком пограничном состоянии. Был Леснер, который вроде как в этом фьюде дерется честно, но блин, это Леснер, как его там можно было воспринимать хорошим парнем. И гробовщик, который был в этом фьюде старым подлым дедом, который бьет по яйцам, бьет по яйцам. Ну, это гробовщик, а тут Бобби Лэшли. Боби Бобби Лэшка, которого за последние полгода в унитаз слили, откатили на два года развития гиммика. Обратно к MVP, обратно, вот это вот все херд. Бизнес у нас новая группировка а сейчас опять везде все синегром. так. чем ты удивлен. Мы я удивлен тем, про что мы проводим мать. параллели с тем с нормальным сюжетом. И я и здесь какое позорище происходит, где, ну по сути, да, вот сейчас вы мне напомнили. Я почему-то порос судил, что Брок Лестер там был однозначно фейс. А Бобби Лэшли однозначно подавался как хилла. там реально два дебила. Как говорится, игра была равна, играли два говна. В рестлинге хочешь, чтобы кто-то победил, кто-то проиграл. А тут вообще без разницы, что происходит. Реально фьюд Брока Лессера против приема, а не против человека. Как он еще выпутается? И знаете, что самое-то страшное? Что на Смакдауне вышел Брей Уайт, сказал, э, беги, Единственное, что может быть додуматься, что Брок Лестер вспомнил, что если кто выиграет, у того будет фьюд с Брэйм Уайтом. Нет, все, пацаны, я проигрываю, я ухожу, я не хочу, мне не нужен Брэйм Уайт. Вы его видели вообще? Единственное, что... Ну, посмотрим, что на Смейке будет, посмотрим, что на Ро. Ну, на Ро, наверное, уже все посмотрели, хотя... Но Брэй Уайт, если туда добавить еще и Брэй Уайта, минус на минус тут плюс не дадут, ребята. Тут будет а два, два на минуса, два. Минуса еще хуже. А кто? А, этот. Дядька. Дядька. А кто дядька, кстати? Да, Джей Уайт. Джей Уайт и Уайт. Просто, да, просто ради ради хохмы. Там ж плевать кто. Кстати, если будет команда Брок Лестер и Баби Лэшли из этого всего выйдет, тогда я буду прям очень сильно доволен в таком случае. Да? Я посмотрел на такую команду. Чего они против друг друга-то? Пусть они дружат. Пусть вообще все дружат. Рестлинг отменяем, все будут показывать приемы и дружить. Кстати, ни один, ни другой ведь не были командными чемпионами в WWE. Получается, не были. Да, наверное. Брок Лестер точно не был. Бабилешка тоже. Да нет, они и в командах не состояли особо. Брок, Друг... Лестер и... Брок Лестер и Таджири. Ты что, не помнишь легендарную команду в 2002 году? А как она году? была создана? Вот тебе Серхио расскажет. Он, он мне, по-моему, Командный турнир, я помню. Просто Это так его была ирония, да. Угу. Ну и все, что дальше тогда, просто я сейчас так сижу, смотрю, блин, вот этот матч, правда, он получился как квинтэссенция вот этой, блин, импотенции абсолютно, тотальной, когда не можем, не хотим ничего придумывать, поэтому пусть оно просто будет. А поставить кого-то другого, нет, зачем? Мы же специально 30 человек вернули, чтобы по пятому разу смотреть на Лэшли с Леснером, которые ничего не сделают, у которых реально за Фьюдом. Следить, ну, худо-бедно интересно. Потому что два больших мужика там из них что придумают. А на ринге, господи, второй матч подряд фейл. Абсолютный фейл. И когда этот сидит, блин, генеральный директор, блин, я не знаю, как правильно назвать, и отвечает на вопрос, как вам удается сохранить такой уровень успешности в своей работе? Думаешь, господи, вы кто? Кто вы спрашиваете? Человек Лешли Лэшли и Леснеру не может придумать ни черта. Но что имеет... Это независимая журналистика не, за... Максим... не предвзято еще я бы сказал от а, журналистов. да 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 вот. ладно дальше у нас матч как это я бы сказал фан-сервис но фан в роли фана выступает ровно одна ровно одна семья вот да. и скажем? она кстати единственная кто получает удовольствие от этого матча и сюжета и сюжета да. уверен, вот. сейчас Паша расскажет, что все не так Паш давай жги за всю канадскую фениксовскую хурму ну, смотрите, я, получается, начал смотреть матч, первая мысль была, ну, и зачем? И значит, во второй половине смотреть? матча мне, э, то есть в первой половине матча я смотрел, думал, зачем все это? Во второй половине матча, как мне кажется, раскачались, и командник в общей сложности получился неплохой. Э, а понятное поясни, дело, что, что, что на канадском пожалуйста. шоу... Что значит раскачались? Поясни, пожалуйста. Набрали темп, стало интересно смотреть. Просто быстрее стали было... проводить приемы или что? Поясни. Быстрее стали проводить приемы. Стало, стало интересно наблюдать. То есть почти удержание, вмешательство. Доминик полез на опрон почти на первой минуте матча, по-моему. Доминик да. главная звезда матча был. Зрители реагировали только на Доминика Мистерио. не на Эджа, канадца, не на Бэт феникс жену канадца. А тебе не, не кажется, кстати, на... Серхио, что Еще зрители вообще ни на, на кого рассылания. не реагировали, кроме сами Зейна? По хорошему так? Как ну, по мне, атмосфера ну, была нет, атмосфера, атмосфера была, была вполне норм. Мужской, этот самый, тоже там не то чтобы кто-то саботировал или кто-то что-то там скучал. Нет, не, 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 там... я не про это говорю. Ты просто сказал, что реагировали только на Доминика. Они я все в сами... этом матче, в этом матче. Она в остальных матчах. Они ж тупо ждали, пока выйдет сами Зейн. Вот два часа с половиной. Но они хотя бы как-то проявляли внимание. Мне кажется, это неуважение, когда рестлеры принимают участие во время шоу, обращать внимание либо на футбольный мячик кто-то запустил, да, или, или Доминик Мистерио лезет, и он же почувствовал это, он же начал больше лезть, он был уверен, не был что, да, сейчас я как это самое. Нам нужен был Сазару. Помните, что сделал Саз, э, Сазару, когда кидали мячик? Порвал он мячик. выбежал, и да, тут нужно было, чтобы выбежал Сазару и разорвал Доминика. И... Судья может просто сказать, а ты ушел. Все. Он имеет такое право. А, слушайте, а Доминик, это, знаете, это Джоффри WWE. Помните Джоффри из «Игры престолов»? Я Он. не смотрел. А, ну, был там такой персонаж, э, мальчик подросток который быстро дорвался до, до власти, редкостная гнида, садист, при этом трус, который э, убивал э, приказывал убивать э, всех подряд, кто ему не был угоден, кому просто он э, ком, кому просто кто просто ему не нравился. Ладно, это с Домиником не очень сочетается. Суть, суть в том, что молодой парень, которого все ненавидят, все хотят его смерти, скорейшей. Э -э персонаж Доминика примерно сейчас также действует. При, но при этом я понимаю, что это даже не то, что персонаж так действует на людей. Это, в принципе, ненависть именно к э -э персоне. То, что ты... Э -э Ненависть к Доминику Мистерио, то, что это что? сын известного... Я с этим не согласен, но я чувствую, что претензии к Доминику именно, вот, в первую очередь, именно в этом, что ты сынуля известного рестлера, но тебя подтянули. вот кажется, из-за вот того, что он популярен, и когда Хилу говорят фу, это не потому, что фу самое плохое для Хила, когда на него не реагируют, как на Эдсона. Это это я знаю. здесь это дополнительное доказательство, что. О чем ты говоришь? Оно закончилось, когда Доминик перестал быть Фейсом. Он был, когда был Фейсом, на него смотрели. Ты вообще кто ты вообще, откуда и ты только из-за отца? А здесь он же очень хорошо нашел вот эту свою нишу. Причем я готов, опять же, согласиться с тем, что это немножечко мимо вообще всего судного дня. Доминик Мистерио, вот как персонаж, и судный день, как группировка, они идут какими-то параллельными курсами, не очень пересекаясь. Потому что, ну блин, вот это смотреть Доминик, который валит своего, заваливается к отцу там на разные праздники, или который отсидел, это отдельная история в принципе, из «Судного дня» там никто там нужна, только Рея Рипли. И все, и то, как э, любая женщина персонажа. А у «Судного дня» какая-то своя идея, которую они немножечко начинают терять и пытаются ее замазывать. То в командный дивизион этих пихнут, то на Доминика сделают ставку, кто Рея Рипли выиграет королевскую битву одна сама по себе. И «Судный день» просто из группировки превратился просто вот в сборку людей, которые ходят вместе. Ну, Кажется, я... сейчас развалится «Судный день». Может, я... По точно. Я изначально не ставил на эту группировку, увы, и ах, и было понятно, что нормального сюжета у нее не будет. Возвращаясь к командному матчу. Нормальный командник, я хочу сказать, с логичной концовкой. И ну, меня как, ну, скажем так,. Понятное дело, что это уже фишка деда Эджа, который. А давайте я проведу их прием. В данном случае, что этот шатер машин, это Ты же. Знаешь, что они дружбаны очень сильные в реальной жизни, да? Да, да, да. Вот э... я вот да фан-сервис, как ты правильно сказал. Я сидел такой, о, я знаю, почему они провели этот командник. И я такой, ух ты, а я это знаю, а я молодец. Ну это же для эм... вот реально для инсайд, для тех, кто знает внутриковую эту шнягу. Вот прям реально, для смарков смарков, для нас с тобой. Да? Да. Я да. не знал. Я не смарк. То есть ты пропустил сюжет когда Сет Роллинс завалился домой к Эджу с Бет Феникс, и Эдж звонил и называл настоящие их имена и говорил, ребят, заехать, или говорил, что они сейчас скоро приедут? Я После тебе, первый раз это слышу. Вот, значит, это я все кое-кого обвиняю, что на сайт не ходит, а тут вот оно что. Ну, было и так. Я раз не смотрю. ты, кстати, насчет рестлинг не смотрю. Самое блистательное, блин, мне кажется, это ничем никак не побить. Это как сидит, рассуждает один калифорнийский инсайдер про шоу, про матчи и говорит, я не смотрел шоу. Я не да. смотрел. Не, в принципе, если бы у меня в городе пока привезли Танахаши, Сакады, я бы, наверное, тоже не смотрел Elimination Чембер. По-моему, он уже из Сан-Хосе, он же прям там, он там был, мне кажется. Но он приехал, да-да-да. Но вот это просто расписаться, блин, поэтому ты здесь... Ну, он читал обзор, нормально. Ему, mm -hmm. причем, который прислали по электронной почте. Как обычно. Из Джексона причем. Ладно, слава богу, пережили эти три матча. Впереди два, ну, покрепче матча. Мужской иллюминейшн чембер. Я в этот матч входил, скажем так, без ожиданий, вообще скорее даже с негативными. И очень быстро меня разубедили. Я прям, не знаю, я заразился. Мне понравилось. Прям почти сразу. Не скажу, что совсем сразу, не скажу, что все. Но меня прям вот по ходу дела рестлеры и те, кто готовили этот матч, переубедили, что матч достойный, матч может заслуживать внимания. Я не буду говорить, что это хорошая клетка, прям идеальная, в смысле хорошая-хорошая, просто потому что то, что происходит в клетке без уже вот этого, ну, с смягчителями это уже немножечко другое, но это по исполнению это было очень близко к тому, прям вот, прям очень близко к тому. Что скажете? Да, хороший, хороший чембер. Просто для меня тот факт, что Elimination Chamber, он там спустя годы перекочевал именно, ну, как, когда это впервые произошло, в восьмом году, что вот э, Elimination Chamber стал частью пути к Расселмании, на какое-то время это пропадало, потом вернулось. Изначально это новое, я вот еще называлось. Это хорошо, это хорошая идея, что вот это часть пути к Матч Эллиминеша Чембера, извини. По ИПРЮ в 8-9 году, когда два Elimination Чембера было на одном матче, это, это было новый аут в 8-9 году. Так вот, uh, здесь, получается, в чем проблема, на мой взгляд? В том, что обычно в таких матчах решаются вопросы, касаемо чемпионства мира, и оно хорошо. Здесь, получается, что конкретно этот матч, этот матч, он uh, ничего особо важного... В нем ничего важного не решалось. Понятно, что стараются обозначить важность титула чемпиона США. И уж лучше они будут делать это вот так, чем Терри, который до этого велся как адекватный человек, выбегая чемоданом. Хочу еще раз стать чемпионом США. Лучше um... так, чем за гаражами, да? Дома чуть-чуть подворотнее. Но это уже мои личные претензии, тут надо, ну, тут, понятное дело, что нужно было, что нужно было сделать мужской elimination chamber, что-то нужно было поставить на кон, и поэтому матч за титул чемпиона США. В целом, за команды, это очень за хороший команда, матч. чемпионство же был матч, за интерконтинентальное был. Ну, кстати, ин да, за ин за интерконтинентальное был, но он был тогда посередине года, то есть, тогда Эльмир Эль Эль -Эль Чембер проходил в середине года, в пятнадцатом году. И тогда нужно было как-то разыграть э титул, который сдал Дэниел Брайан. Э в данном случае получается, что ничего важного, то есть, мы на пути к Расселмане, но ничего важного в этом матче не решается. Оно и не решилось. Терри остался чемпионом. Все в принципе логично. Местами предсказуемо. Было понятно, что в конце останется Роллинс и Терри, и появится Логан Пол. Я, единственное, что я все-таки ждал, что появление пола сделают как-то поинтереснее. Я присматривался к, 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 операторам. к операторам. Подумал, что кто-то кто из них окажется Логаном Полом загримированным, но нет. Ну, и так сойдет, в принципе. Хороший матч. Я сейчас, если что-то еще <laughs> вспомню, то скажу. Пока что я... А, вот, кого я готов поругать в этом матче, это... Ну, ладно, в него и так постоянно летят все шишки, Монтесфорд. Понятное дело, что это атлетически хорошо сложенный товарищ, но Блин, э, насколько он сильно не умеет работать на камеру. Это было и до этого понятно, и сейчас очевидно, когда он стоит в клетке, изображает волнение и стоит с видом первоклассника, который стоит возле доски, или там э, ребенка, который дома нашкодил, и ждет, пока родители придут. И потом, как только клетка открывается, начинает просто орать в камеру, пучить глаза про какой-то абсолютно неадекватный косплей рока. Я уже молчу. Ну не косплей, а как это подражание року я уже молчу. Вот это единственное, что так резало глаз, и что мне сильно не нравилось в этом матче. В остальном все было ровно, все было хорошо. И еще один плюс, который я в, в, в копилку к этому матчу добавлю, что рестлеры вылетали не только от финишеров. Это хорошо. То есть в таких матчах должны быть э, устранения не только после финишеров. Как устранили приста, например. Э, прием выглядел достаточным для того, чтобы устранить рестлера? Вполне. Это был финишер? Нет. Пускай так будет. Я полностью подпишусь. Еще я, вот я если кого-то хвалить... Или нет, даже не хвалить. Ладно, если кого-то выделить, я скажу пару слов, пару слов снова про Бронсонарида. Рида. Абсолютно отрицательное у меня к нему отношение, как к Рестеру к его возвращению. Ну, вот именно относительно него мне достаточно нравится, пока что он показывает. Ему лицо, конечно, поменять. Ну, это просто что-то невероятное. Расточку ему не хватает катастрофически. Но мне нравится, как его показывают. Вот это тот самый, блин, я повторю просто, вот тот самый not, блин, как он, I'm not like most girls было у Nijax, которая была абсолютно как most girls. А вот Бронсон Рид, он реально like most, фу, like not, короче, все поняли. Not like. Да, not like most короче, girls. Вот, молодец, молодец. Но он вы, вы, вы выкинули успею. его сразу же. Стоило мне его прям похвалить второй, третий раз, я не помню. Сразу его выбросили. Но... Да нет, там не сразу. Ну почти. Он Слушайте, пров... там, все, там все вышли на ринг. Там... Он в матче провел, минуты, я специально только. считал, э, минимальное количество в матче провел Бронсон Рид. У него там 7, 7 минут 45 секунд. Следующий это Монтес. Он 15 минут, понимаешь. Он провел времени в матче в два раза 15. меньше, чем следующий после него. Его... Я не знаю почему, кстати. Мне вот интересно по -по подумать почему. Опять же, он не готов. У него нехватка У него споты не это самое, видимо, не придумали. Короче, давайте расскажу, кто самый главный злодей в WWE. Ты не поверишь. О, наконец. Это, это, игрок. Серьезно? Что, да, ты прикинь. На самом деле, вот мы смотрим Ро с Макдаун. у Рома смотрим в данный конкретный момент, да? И что у нас... Остин Теори чемпион, ну какая-то чмо вообще непонятно. Джонни Гаргана трижды чмо вообще неинтересно. Бронсон Рид, кто такой, кто его потянул? Вообще не персонаж, вообще какой-то позорище. Дамиан Приз в группировке, которая ему нахрен не нужна, которая переживает. Кризис самодостаточный, непонятно про что эта группировка. Монтес Форд, тоже он только что у нас был командный рестлер, а теперь у нас персональный рестлер, сольный. Ну, Сет Роллинс, Сет Роллинс Роллин, это бог рестлинга, конечно. К нему у меня вопросов нет, он может заниматься чем угодно. То есть у нас, по сути, пять персонажей неинтересных мы их добавляем в клетку. Вот ты думаешь, так, ну что же там будет? А тут бац, во-первых, рестлеры хорошие, во-вторых, им интересно этим заниматься, и мы посмотрели хороший матч. При, том, при этом всем, что все шесть рестлеров, они по фактуре, по внешнему виду даже, они разные. По стилю рестлинга тоже разные. Поэтому это все так хорошо сложилось, что это, это кстати, вот в противовес женскому рестлингу, где там шесть баб, все одинаковые по сути своей. Ну, ну, они, и... может, одеваются по-разному. Гиммики ну, какие-то разные. Но ну, по рестлингу прям... они все одни и те же. Притягиваешь же за уши. Женские... А здесь Я они как раз все сам сказал, разные. Они прям все репрезентативно разные были. Ну, почти все. Почти. И здесь, вот и там именно тоже. по рад. рестлингу, по сути, они ничего друг от друга особо ничем не отличаются. Ну, Ракель, она крупная, ладно, хорошо. Наска, да. Наталья... она азиатская. Азиатская. Наталья, она технического стиля. Кармелла, типа. подлохильская. Ники Кросс, ничего не скажу. Лив Морган, просто отсутствие чего-либо. Там тоже было всего, там, сочетаемость мастера Вот чего-чего, а сочетаемость они пихать научились. Но здесь, правда, вот то, что ты говоришь, это было как бы как бы, не знаю, в квадрате, как бы усилено, что ли, я не знаю почему. Ну, просто Ты вы бой... на этом акцентируете, это используете, и у вас получается отличный матч. Где мы показываем Бронса Ливида как здоровяка, такого плотного, где мы показываем э, Остина Тиори как хила Сета Роллинза, как Сета Роллинза, а Дамиан Прис себя очень хорошо показывает. Это, кстати, реально, ведь, по сути, у нас NXT 2018 года, как-то они оттуда все плюс-минус, они оттуда выросли, да, кроме Сета Роллинза. Но Сета Роллинзу прикольно с молодежью выступать, он еще молод душой, скажем так. У тебя тоже какая-то молодежь, Джуни Гаргана, да, Даймин Прист, старше него, возможно. Про Форма Форда я тебе хочу сказать. Знаешь, какой у него гиммик будет? Он будет Иг-РОК. Потому не что не... он делает жесты игрока и приемы рока. Поэтому он игрок. То есть инстаграмный Точно, он же... рок. Ну, можно и так сказать. Инстаграм он еще носить. Он же еще Саки делал, конечно. Вот что, о чем я забыл сказать. Ой, какой, какая жесть. А еще он сплэш Но... делал. Обратили нравится. внимание, да, что Оуэнса пихают во все глотки этого невероятного, ненужного человека? Что этого? А у них нету своей идентичности. Они никто сами по себе. Их ничем не назвать. Их может быть второй, там, третий кто-то. У них нет своей... Вот Сет Роллинс — это Сет Роллинс. Первый сет Роллинс. Джонни и... Гаргана. Первый Джонни Гаргана. Про Джонни Гаргана это больная тема, я не знаю. Вот я тебе честно скажу, и на эфире ты спросил, что как, как фанат Гаргана. Но вот правда, так... я не знаю, как он что ощущает, честно, не знаю. Но вот со стороны человека, который за него болеет там с какого-то, с четвертого, ну ладно, с четвертого, с пятого, по-моему, года, можно, кстати, сказать, из четвертого... Нет, с четвертого нет. С пятого у меня он на DVD попался, который я аж заказал из Америки, из Америки. Вот такое ощущение, что ему в кайф было чуть не первый раз за полгода. Я не знаю вот от чего. Вот да, он наш... на... Вот Начало такое ощущение, матча великолепное. Ему прям в кайф было наконец-то оказаться <с на своем месте. Вот я здесь, вот я это умею, и я это делаю. И все. От него не ждут чего-то сверхъестественного. Нет, он пару раз, конечно, изобразил там какое-то суперменство. Я не помню, что-то мне не понравилось. То ли он вырвался из чего-то, то ли еще что-то такое было. Вот буквально вот вскользь. А в остальном вот он это умеет. Он умеет остальных сделать звездами. И рестлинг сделать чистым. На который ты смотришь, у тебя не вызывает никаких подозрений, сомнений, что вот тут можно было бы что-то получше сделать. Я не знаю. Я прям очень порадовался. Я, в принципе, в этом матче ну, кроме Монтеза Форда, готов про всех говорить хорошее. А Монтез, я не знаю, из него будут... Блин, я не хочу это говорить даже. Но он тоже, кстати, физически одарен, как и его жена. Вот у него точно Тут такая спору проблема. нет. Два сапога пара. Муж и жена я одна сатана. Вроде Это другая одаренность. Какие-то приемы они делать умеют, но артистизма ноль. Харизма какой-то. Нет, ноль. подожди. То, что... Вот абсолютно ты сейчас говоришь противоположные вещи. То, что сейчас востребовано как артистизм, харизма, это вот это Монтес Форд. Это кривляне, максимально выпученные глаза и максимально, как Паш сказал, не косплей, а м, рока. Что он делает? Подражание. Подражание. Я Все. сказал подражание. Да-да-да. Это вот с то, с то, что сейчас фанара. востребовано. Насчет физической силы, ни, ни хрена подобного. Он одарен с какой? С прыжковой точки зрения? Он очень высоко прыгает. Прыжковая. Это да. Это да но это немножечко другая одаренность, в другом смысле слова. Высоко прыгать, но ну, это для рестлинга... Ну, атлетическая я имею в виду, но все равно. Но он Прыгал, не, не второй демонстрирует второй. этого атлетизма. Он даже в своей команде в этом на второй роли. У него, у него Анджело Доукинс, который силовой. А он именно прыгает. Я прыгаю, смотрите, я прыгаю, пучу глаза и показываю сакет. Вот это мой рестлинг. И у кого-то, у кого-то в мозгу стрельнула мысль, что может быть? Вот мы из этого человечка сделаем следующего Рока. Как? Я он, не может, понимаю. Рока Чем он? Ты чё, темного цвета кожи? Не, просто Рок говорит. О, прикольный чувак. Рок Прикольно. делал намного больше, намного Конечно, больше разного. Абсолютно. Более да. того, он даже вот вскользь сделал. Собственно, что делала делала Рока прям впервые его выставила, вот прям вбросила всем в рожу, прям в харю всем. Это когда у нации на каком-то pay -view, я боюсь вспомнить, какой, я боюсь ошибиться, точнее, какую именно, когда они все в вчетвером давали интервью, вроде говорит Симмонс, Фарук, а Рок стоит и играет лицом. И ты понимаешь, что как-то надо смотреть, слушать на, блин, смотреть на Симмонса, слушать Фарука, а смотришь на Рока, когда он вот это бровями играет, фу, вот это вот все изображает. Он перетянул все внимание на себя. Сейчас это, конечно, было бы немножечко другом ему, а для тех времен, для 90 какой то уже восьмой год был, это был прорыв. Монтес Форт, блин, это как-то стыдобич. Про кого не сказали? Про всех сказали. Про Тиури не сказали. Давай дальше. Про Логана Пола не сказали на Пола Паша потому сказал, что, что это, 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 ну просто вот сам момент это, это конечно, во-первых читалось, во-вторых это позорище, это, как это называется, троп, да, вот в рестлинге как это все, вот кто-то чтоб вмешался и все, чем мы с Роя Рамблой не поняли? Чем мы Рой Рамбл не видели, типа, что один выкинул другого? Нахрена нам вот это лишний раз показывать? Ну, ну что это такое? Для тупых. Я не люблю рестлинг для тупых. Нет, я люблю рестлинг для тупых. Но я не люблю, когда как-то называется это по-русски, когда оскорбляют мою... Совсем примитив. Когда совсем примитив. Нет, а мы это наблюдали нет. вот как раз в этом матче, что в последнем. Они делают это без уважения. Они делают это для тупых, подразумевая, что мы тупые. Они делают попроще, потому что люди бывают разные. Не согласен. Вот так, они они с... делают это попроще, я настаиваю, потому что они не могут придумать лучше. А что, вот не надо держусь. ничего придумать? Логан Пол выходит просто и это самое. Ты говоришь, ты что меня с Роя Рамбла выкинул? Я так в топ-4 оставался, братан. Ну, да. а тебе, тебе показывают, что мы хотим сделать заход лучше, понимаешь, вот эта проблема тупого хочется сделать лучше, а я не знаю как, я не умею. У меня набор вот вариантов, он ограничен. Своего я придумать не могу. Сидит вот этот человек бородатый и думает, как мне еще проявить величие в своей работе, показать свою успешность. Вот я так. Не думал, я не думаю, что ты игрок занимался. Просто это... А это... кто? Это просто. А кто занимался? Ну-ка, расскажи, кто этим занимался. А где там? Сейчас посмотрим. Продю, ты думаешь, это продюсерам сказали, Причина нам этого. нужно ввести Логану Пола, и они такие... Да. Нам надо обозначить, что Логан Пол как-то против Цитароли за Я абсолютно Ваша убежден, это было продумано гениальным вот этим контент-менеджером, потому что, ты же обратишь внимание, здесь в один как бы сегмент включили еще и Форда, которому фактически устроили овацию на выходе. Знаешь, когда в конце футбольных матчей меняют игрока, который, который, хорошо сильно, который хорошо сыграл, для чего? Чтобы зрители все аплодировали только ему, пока он уходит. И здесь сделали эту перебивку, во-первых, чтобы добавить Логана Пола, а во-вторых, чтобы зритель как бы вот прочувствовал момент, Монтес Форд, м -м, да он, ты посмотри, что сделал. Здесь Паша, извини. Хотел сказать про вот эту шикарную фразу, которую Сережа обронил, что «Ты держишь меня за тупого, но делаешь это без уважения». Да. Да, я, кстати, на этот момент обратил внимание, почему Форда так, так долго уводят из матча. И, то есть на пару секунд я подумал, что если правда что-то произошло, не то, чего не должно было произойти. Потом Вспомнил, что да, Логан Пол, но, блин, неужели иначе его нельзя было никогда сделать его появление в матче без вот этого долгого уноса Монтеса Форда? Ладно, это уже цепляться цып, к деталям. Такая детали <с>... все делают, Паш. Все делают детали. Да. Помнишь, да, как Майклс ну... помешал Гробовщику, когда пролез через ринг, да, чтобы не дать ему победителя, куда он там влез? ты да, понимаешь да, вот это персонаж да а вот в чем как бы Логан Пол как персонаж как что он здесь появился для чего ради как и что это просто вот тоже вброшено вот так надо вбросим давай вбросим хорошо совершенно ну, вот, верно вот. Тут... Майк да, Майк это... Сенри, который был... Извинь, пожалуйста который выламывал дверь она не выламывалась это тоже обоснованно было даже, даже я готов здесь вспомнить тот самый дебильный момент с обществом признательности Джерика, которых должны были вынуть из клетки, они не могли вынуть, зато потом догадались, блин, мы же можем пролезть через эту, между решеток. Это тоже было в духе персонажа и обоснованно. А здесь логан-пол, появился логан-пол, точка. А все остальное читайте, как мы это опишем. Да, кстати... Суть-то в том, что Логан Пол не поделился с этим, с этим Роллинзом, что он влез в матч. Ведь он выкинул с это Роллинза за У них... А Этот Роллинз, Роллинз говорил... не сделал. А Роллинз говорил плохо про Логана Пола. И Говоришь, не слушал Логан его блоги. Пол... И подкасты, да. Я не слушал, и подкасты вот. не слушал. Надо? Все. Привыкай, Извините, да. Пожалуйста. Извините. Все, сам устраняюсь. До следующего матча. А вот же это... он. Спасибо, правда, Логану Полу и тому, кто отвечает за его э, присутствие в сюжетах WWE, что его сделали обратно хилом. Это, очевидно, было необходимым решением, и иначе бы сейчас его появление бы не сработало. Вот сработало. это еще... Мне кажется, нет. То есть, э, вспомните я потом, его появление... Его... что... А, это уже второй вопрос. А вспомните его появление в королевской битве. Его изначально освистывали, то есть на выходе он еще ничего не сделал, но уже был слышен гул э, зрителей, потому что Логана Пола изначально не любят. При э, это, опять же, я при всем моем уважении к Логану Полу как к одному из многих людей, которые себя из знаменитости, которые себя хорошо проявил в WWE, э, Логан Пол тот еще э, кусок э, как как человек. Были несколько историй с этим связанных, и Логан Пола репутация человек. далеко не из лучших. А, это вот правда, я это правда. к тому, что да, но это влияет. И когда Логан пол опять появляется, к нему ты опять приперся и э, начинает, и он на себя принимает негатив. С Бэтбани такого не происходит, потому что Бэт Банни ни в какие истории пока что не вляпывался, насколько я знаю. А Логан пол, Бэдбани, панк <свят> Что общего? А как, как тут Семпанка оказался? <свят> Семпанк тоже тварь по жизни, а его как приняли в Чикаго. Ну, я опять а -а. же повторю: давайте отличать человека от персонажа. Мы здесь говорим про умненький Монреаль, который, мне кажется, просто хотел повторить. Мне кажется, он просто хотел сами за и все. Ну, э, перед тем, как перейдем к майн можно еще про один Конечно. ролик э -э положить. Нет, нет. Я все ждал. То есть Рассел Мани едет в Голливуд. И я ждал вот этих пародий, потому что в пятом году мне это очень понравилось. Вот эти пародийные ролики на фильмы с участием рестлеров. Особенно пародия на таксиста. Прекрасная была пародия. Здесь Но Она умная получается... была. Mm, yo, да. Yo и, uh, там не просто и чуваки и... что-то изображают про себя. Там Батиста сыграл свою роль. Там Биг Шоу сыграл свою роль. Там даже вот эти японские всякие штуки, они все, блин, в образах были. Ну ладно, извини, пожалуйста. Меня, кстати, тогда не то чтобы смутило, но удивило, что Батиста, который тогда был, ну, то есть на пути к Мейн-Авенту действительно к Мейн-Авенту он в этом ролике играл тупого. То есть он не понимал, что ему говорят. Он думал, что то, что ему нужно сказать, он получит обращение, да. Я говорю с тобой, я говорю с тобой. Ну, это было смешно. Так вот... Тут мы увидели, значит, первый вроде как из этих пародийных роликов Сет Роллинс э, значит, э, фрагмент из Джокера. Вот когда было первое появление Роллинза в этом гриме, я подумал, сейчас что-то будет. Mm -hmm. И вообще ни о чем. То есть, э, если это то, как использовали Роллинза в этих э, в этих пародиях, я недоволен. То есть из того же фильма, из Джокера были сцены, которые, как мне кажется, ну я видел, ну ладно. Понятное дело, что это было 17 18 лет назад, и тогда этим занимались другие люди. Можно было сделать что-то крутое, действительно смешное. Например, финальную сцену из Джокера разыграть, где на, ну, почти финальную, кульминационную, где на телешоу Хокин Феникс говорит, you get what you fucking... Что-то с этим я ждал. В итоге танец, какой-то разговор с Бекки Линч, где она, Бэтмен, как я понял. Грустно. А, Грустно. Очень жаль, что Роллинза слили... Ну что почему? Роллинз мог бы круто появиться в этих он пародиях. Исполнил, но... Он потанцевал все. Ты же не вспоминаешь, как, не знаю, в этом, блин, в, в «Таксисте» какой-нибудь второстепенный Джобер произносил свои слова. Не помнишь. А может быть и не только Джобер. Момент был. Гримм был, танец на лестнице был. Возможно, кстати, лестницу они снимали. Не знаю, где снимали. Там кстати, был такой это очень. Лестница. Нет, Нью-Йоркская явных... лестница. Я даже находил ее на этом, на карте. В смысле, находил, в смысле, это, блин, можно, могу адрес сказать, прямо это туда. Там был очень явный хромакей, ну, прям да? очевидно. Все, вот я про это хотел сказать, потому что, потому что они снимали вроде на прошлой неделе, а на прошлой неделе они были ну немножечко не в Нью-Йорке. Вот. Но, может быть, Роллин слетал в Нью-Йорк. Не знаю, специалисты здесь поправят. Ладно, вот так. А этот кстати... это было, выбор фильмов какой-то беспонтовый. Ну нет, давай про это как-нибудь что-нибудь отдельно запишем, потому что сейчас все-таки про этот про непосредственно шоу. Давайте. А там вот она квинтэссенция момент Расселмани для сами зейна и в чем-то, возможно, даже круче. Это было дома, это было там, где стадион весь был за него. Стадион не футбольный, стадион хоккей, но тем не менее искренний. И вот у нас теперь снова рисуют, что Монреаль это там прям какое-то что-то из себя представляет. Хотя как бы все это знали до того, что в Канаде безумные зрители. Только раньше их заставляли ездить в условный Бостон или какой-нибудь там, не знаю, Детройт или Филадельфию. А теперь они прям у себя дома. Роман Рейнс против Сами Зейна. Я предлагаю такой вариант. Алексей, специально для тебя сразу подымем тему, чтобы ты ее закрыл. Сами Зейн не выиграл, это ошибка для WWE. Они должны были обязательно сделать, чтобы Сэмми выиграл, чтобы 15 тысяч монреальских фанатов вскрикнули. На февральском шоу, я бы еще сказал. Вот так. На февральском шоу, да. Это же один раз в истории такое может быть, чтобы фейс был популярен где-то. И что это хил, чтобы хил выиграл, когда все болеют за фейса. Вы что такое творите? Это ошибка, и из-за этого WWE ждет крах. Минутка калифорнийского идиотизма завершена. Вот эта сценка под названием Минутка калифорнийского идиотизма завершена. Ну да, мне кажется, просто больше здесь добавить нечего, кроме того, что это дегенерация. Это все я сказал еще на той неделе, или в каком там подкасте. Вот. Дальше обсуждаем матч. Сегодня не будет, радостно, слава богу. Я все просто выскажу Давайте про матч. Расскажите. Или не я на... расскажу, что было после матча. Давай. Матч так, непримечательный. Обычный, медленный. Поп, ну, непримечательный в том смысле, что он был вот прям, я не знаю, вот если у Халка Хогана есть какой-то вот э, типаж, вот прям такой же. Классический матч Фейс Хилл. Классический, вот я Классический я Халка хм? И мейн да, да, да. Поэтому Хогана я и вспомнил, за которого прям готовы реально десятки тысяч людей вписаться. Вот прям оно есть. Получается, не получается. Взгляды. Хилл, который подпитывается ненавистью толпы, фейс, которого эта толпа поддерживает, но сами Зейн блистательно отыгрывал вот это превращение из нерешительности, неуверенности. Блин, а я смогу? Блин, смотрите, у меня получается. Я даже прыгну. Получается, получалось. Просто картинка вот из, из букваря рестлинга, мне кажется. Что я бы тут мог сказать? Э мне просто не очень нравится, что матчи Рейнса это уже такой отдельный жанр, где э, действие, которое длится не менее 45 минут. Полчаса на матч, 15 минут на выходы и еще на сегмент после. Очень затянуто. Спокойно можно было 10 минут отсюда взять и отдать куда-нибудь куда в другое место. Из самого Сейчас матча. Матч. Сам, матч, э, сам матч шел э, полчаса полчаса. Не, не, не нужно было ему все это время. А что ты в прямом эфире смотрел? Напомни, пожалуйста. Нет, не в прямом. Мы смотрели в прямом эфире. Ни одной секунды не возникло ощущение, что матч куда-то затянут. С Серхио, или было? Наоборот, сидел вот так же, как вот затаившись. Тишина звенящая. Нельзя же говорят. Я, Мне обратил, я обратил внимание, что вот Бет Феникс и Эдж против судного... Они меня потеряли, честно. Я вот заметил, что вот я просто ушел в это время куда-то в свои какие-то мысли, может быть даже отвлеченно думал. Здесь полчаса все правда. Я тебе больше того скажу. Они в начале пять минут стояли, смотрели и оглядывали зал. Да. Все эти пять минут ты просто ловил эту искру. И тут вот единственный минусик, который я готов Сэмми Зейну тут выписать, что вот как раз-таки он немножечко сбил вот этот настрой, когда они играли с Рейнсом в «Гляделке», он вдруг срывается на такую улыбку, на такую радостную, довольную улыбку, показывает на зрителей, а, понял, понял, вот этого не должно было быть. Почему? То есть ты правильно он э, зрителям ты вот как раз все обозначил, что «вот оно, вот оно мое». Вот поэтому, ну, не... я... поэтому я могу а... по даже говорить на американском шоу. А потом он, а потом он вернулся к тому, а... что так. Я да нет, не уверен, вернул. я серьезен. Ну, как по мне, надо было этот настрой держать, с тем, что так. Это, это мой, это мой момент. Мне надо не облажаться. Я должен добиться своего. Но Все, я, я сосредоточен. Ну ладно, это просто Зейн немножечко сбился, я в остальном, Может. я как, э, как э, сами Зейну, как рестлеру, как актеру, я никогда в него не запыльну ничем. Э, ну я что... повторю, Паш, я вот, на мой взгляд, я, я бы считал, что это было обосновано. Но это было вот нормально, ну, это было уместно. Да. Вот здесь то вот так это... вот, ты вспомни, кстати, как он Коди Роудсу вышел на Ро перед этим шоу, он же тоже, то он орет. То он сомневается, то он полурыдает, то он прям в восторге. Это. Там все. Ну ладно, это уже, видимо, на ощущениях. Там в, у меня ничего не вызвало каких-то сомнений. Там был прекрасный сегмент. Ну да, да. Да, это я цепляюсь. Короче говоря, я просто цепляюсь. К женскому а -а матчу ты решил не цепляться. К самому лучшему сюжету за последние лет 25 ты решил зацепиться. А, слушайте, а так и работает. Где-то, вот кто, Руслан Белый читал стендап. То есть, когда наши футболисты вдруг выигрываются, да вы такие молодцы! Да вы просто! Когда наши хоккеисты выигрывают, ну да. Ну, правильно, а что? Ну, идите, выигрывайте, вы же хоккеисты, у вас и так все нормально, идите, выигрывайте. Примерно здесь Знаешь, и так. Знаешь, мне что... кажется, в этом плане лучше было у Вятки в чемпионском году, потому что футбол любят, нет, не хоккей любят, а в футболе разбираются. Только получается наоборот. Я уже этого не помню, хорошо, хорошо. Это, блин, отсюда же легендарная типа там, что типа вот те схема, схема, так ты даже зайцев научишь играть, блин. Да если, а, если бы были зайцы, было бы проще, такая схема. там третий болтяра был из серии, что, ну, в крайнем случае, не знаю, ну, может быть, повезет. Что значит в крайнем случае? Это наша основная стратегия. Это хорошо. Ладно, что касается матча. Хороший матч, как, ну, не было у Рейнса плохих матчей за всю его чемпионство, наверное, по-моему, не было. Здесь, ну, концовка подкачала, на мой взгляд, все-таки. Матч. Что касается и сегмента, э, и сегмента после. То есть, в итоге, что произошло? Вышел Джейуса, ничего ну, в итоге не сделал. В смысле? Рейнс просто. В смысле, что вышел... е-мое, Джейуса, во-первых, Рейн... не дал Рейнсу ударить. Во-вторых, не ударил сам. В-третьих, получил легальный удар от сами Зейна. Ну, в итоге это все сошлось к тому, что Рейнс взял стул и сбил Зейна, что он мог сделать и нет из всего этого. После того, как Джейуса ему показал о себе, напомнил, после того, как технически он получил еще и легальное оправдание, почему он моего брата вмочил? Ты че? Ну паш. В общем, концов Я. Это опять же, мы, видимо, заж... зажрались. Очень хороший а сюжет. Потом, паш, Я... потом, погоди. А потом придут больше. слабоумные в комментарии и скажут, что я затыкаю тебя, только мое мнение правильное. Да, только мое мнение правильное, тебе лично эти слова. Будь вот мне несчастного, я... меня. <свят> Еще с того сегмента, который был на Royal Rumble, где я на Джимми Уса предложил обратить внимание. У Джея здесь было вот так все просто, я не знаю. Потому что, блин, ну правда, я не помню, кто, кстати, запустил этот слух что Винс Макмен занимается вот этой вещью, и Пол Хейман занимается вот этой вещью. Я не помню, кто этот слух вогнал. Не знаю, кто этим занимается, но просто конфета и Джимми, который прибегает что-то там сделать, и уйди отсюда, тебя выбивают, убивают, он возвращается, его там снова выбрасывают. Я не знаю, такое ощущение, что вот реально шоу пишут разные люди. Да, я, это, мне кажется, очевидно. Ладно, видимо, я, заж, я зажрался. Это очень хороший сюжет, хороший матч. Просто уже, когда все идет хорошо, уже ждешь чего-то большего. Видимо, нет. На меня в это этом работает. Я с тобой только. соглашусь, знаешь, именно в чем, что правда. Вот именно конкретно на этом шоу, вот этот сюжет резко шагнул вниз, потому что несколько было тех самых примитивнейших шагов, которые, как вот вы как ты сказал, да, Серхио накинул, ты добил, что я, конечно, тупой, но ты делаешь это без уважения. Здесь вот, блин, ну, ребят, ну, прям вот вы прям в примитив все вогнали. В примитив, потому что, правда, сами Зейн вырезает Джей и Уса, сам все портит. Почему? Если бы без этого все было бы намного глубже, намного интереснее. Пришел Кевин Оуэнс, ну, естественно, конечно, без Кевина Оуэнса никак никто ни с чем бы не разобрался. Естественно, судью вломили. Даже с потом, по-моему, таким же вломили судью. Не, ну там один другого толкнул, здесь один с другим на спине набежал, да, там, по-моему, так. И будет вот эта шняга с убитым судьей. Блин, ребята, но, возможно, тут был, не было такого, что это, как это, блин, повторяется, я не знаю. Просто не, не стали заморачиваться. Давай, Серхио, подключайся, мы уже подошли к концовке этого всего. Не, мне кажется, вот я, когда смотрел в прямом эфире, я думал, что да, какое-то разочарование было, потому что хотелось чего-то ого-го, но, слушай, почитая этих всех дегенератов из интернета, я, не буду я подумал, что хорошо, что это все так вышло, и если вот подумать, как оно все вышло, это вообще отличное развитие сюжета на самом Подожди, Серхио, вот опять же, тебе же на подумать. Ну так это ж ты как раз и рассказал, что идею Идею ты воспринимаешь, идея классная, все классно, на, на уровне идеи. А потом начинается реализация. А, а что плохого в реализации? Я только что вот перечислил. Что, -то, что плохого? Не обязательно про не рефери Бампа я соглашусь, не это появ... тоже какой-то сюжет. Нет, про Кевина Оуэнса сейчас я тоже тебе все расскажу. Давай. Не обязательно то, что, что Джеймс... Давай, давай, замут давай. очень интересный. Потому что, ну давай тогда начну про Кевина Оуэнса, потому что первая же фраза, когда Кевин Оуэнс вышел к Самизейну, спасать его где-то был три минуты назад, почему-то не помог Самизейну выиграть все в городном городе. Я тоже думаю, что это абсолютно логично. Какого рожна Кевин Оуэнс вообще должен помогать Самизейну выигрывать титул? Сами Зейн помог Кевину Оуэнсу выиграть титул? Нет. Кевин Оуэнс проиграл. Почему Сами Зейн должен, почему Кевин Оуэнс должен помогать Самизейну в матче? — Братюня, Монреаль, Канада, все. — А он не братюня. Дней. Потому что в том-то и дело, что Кевин Оуэнс, как всегда, всегда, всегда себя вел себя как падла по отношению к Сэмми Зэйну. И mm. он остается этой падлой. И не было какого-то там братания, типа вот, братюня. Не Нет. Было. Кевин Оуэнс, когда хотел ударить себе этого самого всегда. Романа Рейнса, он просто ушел. И Кевин Унс ушел. Не стал а. там ни руку жать, ни как-то обращать внимание с Эмизейна. Кевин Оуэнс просто сделал свое дело, ну, вернул должок да, за то, что тот э, не стал убивать э, Семизейна. Это, это правильно. Назад, логично. Все. Тебе объяснят, почему все это на самом деле не так. Мы встретимся через две с половиной недели, и ты увидишь, что все это было ровно вот поэтому. Это мы, может, посмотрим. посмотрим. Но пока сейчас из этого можно вертеть что угодно. То есть да? у них, я не знаю, это как какая-то русская привычка все откладывать на потом, на потом, на потом, но по отношению к рестлингу, мне кажется, это лучше вообще. Рано или поздно, конечно, придется все заканчивать, что-то делать. Но пока то, что мы наблюдаем, это вообще лучшее решение, потому что ответов нет никаких. Я прошу, я где-то могу перегибать с Кевином Оуэнсом? Насчет того, что не нужен, нет. Но просто здесь вот общий этот бэкграунд, он слишком сильно нависает. И все, в принципе, вообще все. Вот ты говоришь, можно выкрутить куда угодно. Но выкрутит-то самое примитивное в то, что нависает yeah. бэкграундом. Никаких yeah. сомнений у меня нет. У меня есть сомнения, потому что они продолжают все-таки удивлять. Вот продолжать. У меня, тоже, у меня не было и сомнений перед Роя Рамблу, что все будет испорчено. Не было сомнений еще там месяц назад, к чему это все идет. Может быть и идет, но как-то это так обостает, что ты тогда думаешь, блин, ну, ведь, может они-то и правы. Может, То есть, так, а чем кого, тебя удивили? Деле, есть удивили тем, что Сэми, Ой, Сэми Зейн и Кевин сейчас не пожали, рук не стояли, два канадца в Канаде, да, мы такие прям, смотрите, любите нас. Нет, Кевин Оуэнс ушел молча. Сэми Зейн получил этот самый минуту славы собственноручно. Тут даже, кстати, можно сказать и насатому игроку, и Кевину Оуэнсу лично за то, что у Сэми Зейна этот момент не стали отнимать. А ведь могли бы вообще легко. Не-не-не, погоди, ты сейчас утрируешь. Ты сейчас утрируешь. Вот они как раз бы удивили, если бы он начал портить момент. Все ровно так. Вот сделали Е-манию, сделали манию, только не с манией, не с Расселманией, а с Эллиминейшн Чемером и с логичной победой другого. Все остальное, вот это его. Хотя, блин, там на Кофемании тоже новый день, выперся уроды сразу же. Там это было ожидаемо, а здесь они вроде как нет. Вот тут было бы удивительно, если бы они начали лежать, если бы все канадцы вышли из ростера. Брок Леснер выложил, и сказал, я из Канады, я сейчас в Канаде живу. Но он не выиграл, Мега в конце в концов, что это самое. Это когда, помнишь, Сами Зейн выиграл nxt титул, и когда как раз-таки Кевин Оуэнс дебютировал на том же самом шоу, и потом вмазал опять же Кевин Уоллс. Короче, там все не так, все понятно. Они, может, чуди-братюди. И по-разному. Джей Уса, это же так вообще Умно сделано. это На самом деле умно, потому что он пропал. После этого гарпуна он пропал. Мы можем думать, куда. Может, он опять на две недели сейчас пропадет. Потому что он думает, а что происходит mm -hmm. вообще. Он посмотрит mm -hmm. по телевизору, блин, а вдруг он меня, он же действительно не хотел меня, это самое, гарпунить. Он хотел э, Романа Рейнса гарпунить. А Роман Рейнс, ну, это, конечно, по-разному можно рассчитывать, но так или иначе на Ус это руку поднял вот эти вот толчки в лицо, мне кажется, это mm -hmm. достаточно оскорбительно для того, чтобы Джейуса просто сейчас встал и ушел. И там командные титулы будут... И, кстати, сами Сергей, обрати внимание, Джей уса против... на Ройл Рамбле он уса не трогал. Mm -hmm. yeah. Мне кажется, сейчас Джей продержится в таком пограничном со со состоянии до Расселмании. <coughs> ну и либо до последнего шоу перед Расселманией, чтобы держать интригу. Тут можно еще парочку слов хотелось бы взять и сказать э, похвалить жену с Сами Зейном. То есть, э, когда ее показывали, э, она, скажем так, смотрелась вполне себе аутентично и э, убедительно, э, потому что использовать э, реальных жен-рестлеров это, скажем так, рискованное дело, потому что сейчас э, моя. Моя традиционная рубрика рандомные воспоминания стены тринадцатый год, когда э, вот был переход Эдж Стайлза к, к мрачному гимику. А, какому-то прекрасному человеку вздумалось, а давайте жена Эдж Стайлза прочитает промо на камеру. Жена Эйджи Стайлз, у меня претензии не к жене Эйджи, вот, а к тому, кто решил, что это хорошая идея. Человек, очевидно, не умеет э, говорить на камеру, играть. То есть она сидит, она улыбается, очевидно улыбается и говорит, я не знаю своего мужа, он не общается с нами, с детьми, все очень плохо. И здесь э, человек, то, ну то есть э, не зря ее поставили в первый ряд, и она вполне себе выглядела убедительно. Вот ну, и ты все. просто как-то похвалил непонятно. Там большая часть во время таких матчей большая часть делает именно так. Показывают в зале и все. Или там мама Миза примерно волноваться. Жена, Харт. жена то ли Бретта Харт, то ли Овна Харт. О, нет, Дэви Бой Смита на Саммерслэм. Ну, Ована. там вокруг этого делали сюжет их семейный большой, поэтому там немножечко по-другому было. Да. Ага. Ну, короче, я доволен мейн-ивентом. Сначала, когда я смотрел, было непонятно, потому что что это как-то какое-то разочарование хотелось то ого-го, а вот когда посидел, подумал немножко, да, да, ого-го. Так подожди, а какло разочарование хуже? Ну блин, ну, ну это. Я не знаю, вот я что когда смотрел, за вот у меня было какое-то. Вот такое ощущение, что мы прям сидим и боимся прям совсем паршиво давайте равнять по хорошему. Хорошее, безусловно. Такого Наоборот... Хорошего опасения, ни разу не было. Опасения были... Да нет, даже не было опасений. Просто натурально. Вот этот вот дегенерация, минутка дегенератства из Калифорнии, она реально сделала все, чтобы у людей попытаться испортить какое-то ощущение от шоу. Ты видел в зале людей, которые, если сами не победит, то мы... То мы что? У одного я видел плакат, плакат я видел, забавный. То мы цивилизованно и вежливо выйдем из зала. Мне очень понравилось это, да, блин. Был такой плакат? Да, это охрененно. Это очень <связывая> круто, если не видел. Не, понятно, что уже извратили полностью всю суть этих всю этих плакатов, но тут вот так вот обыграли: да, что вот ни, никакого ни у кого сомнения не было, ни быть не должно. Болеть, поддерживать. <связывая> это да, это прекрасно. Так и должно быть. рестлинг для этого есть. Но говорить: ну ладно, этот ранд, как раз из, из, из предыдущего подкаста, который половина, как обычно, не поняла, не прослушала, не прослушала. все. Кроме двух-трех слов, ну да ладно. Не знаю, все очень хорошо сделано. И сами Зейн свою роль получила я все-таки, да, я, блин, все еще думаю, надеюсь, что этот сюжет, ты говорил, что можно выкрутить что угодно, я все еще повторяю, да, этот сюжет про Джейуса. Может Пусти, быть, ну, кровная связь вот началась у что... Джейуса, она им же должна и завершиться. А когда здесь Пусти. такой ну, как бы, не ложный герой, а вот ложный главный герой прекрасную обманочку бросили, которая очень хорошо сработала. Могла сработать лучше, да, но могла и, безусловно, еще хуже. Вообще никаких сомнений нет. Но, кстати, в том, Слушайте, что все а... будет изи, пожалуйста, Паш, что все завершится ага. максимально примитивно, у меня никаких сомнений нет. Но мы об этом узнаем Слушайте, через э... несколько недель. Давай. Слушайте, а как вы думаете, к чему, э, то есть, какое место теперь сами Зейна на Расселмане? Я боюсь, боюсь, что это команд... матч за командные титулы. Оуэнсом против Уса. Догоняй, папа. Этому... Полгода этого все ожидают. Полгода. А, вот, блин. Я, я витал в облаках. И, ладно, я буду витать в облаках, ждать разделения титулов и два титульных матча на Россламании за чемпионство мира. Один против Россламания. Про это. Хорошо, что напомнил. Блин. Как я прочитал про то, что этот самый трехсторонний матч или это я вообще категорически не согласен. Я хочу нормальный сюжет, Подожди, кого вы читаете? с Коди Роудсом и Романом Рейнсом Рэнь... всех вообще. Ну всех кого всех журналистов? Всех, всех, всех? всех журналистов. Я уже сказал, что блин, я, я сам... в, прошлой, в прошлой передаче я все это дело высказал. Давай, как бы, вот без этого. если. Ре... Ну, блин, ну я не понимаю, почему мы это должны. Вот это должны обсуждать. У нас было потрясающее шоу с отличной игрой. Были и плохие матчи, но были и хорошие матчи. И мы будем всяких дегенератов, у которых мозга нет, зато есть смс-ка откуда-то, и мы это будем обсуждать. Нет, я не, неправильно выгрозился. Я имел в виду не журналистов, а вообще всех людей в интернете, которые из Фонтези... свое Фонтези мнение Букер. складывают на 90%, исходя из того, что ну, выпертнули быть, вот, это, вот это вот парочка, да? Но суть в том, что хочется нормального сюжета на Расселманию один на один против Коди Роудса, потому что Коди Роудс себе персонажа построил такого, которого очень давно не было. И конкретно Романа Рейнса без Усов, без Соло, Сикоа. Вот будет Роман Рейнс, ну и Пол Хейма, например, да. И вот у них раз на раз будет сюжет. Блин, вот я так соскучился по таким сюжетам. И ведь и действительно в таком случае, если Уса будут заняты, даже если с Эми Зейном и Кевином Оуэтсом, Блин, это значит, что они не будут заняться с Романом Рейнсом. У Романа Рейнса наконец-то сольный, какой-то серьезный такой сюжет, еще и к мейн-эвенту Расселмане. Блин, я так рад. Я рад, что все это так случилось. Mm -hmm. не то, что тройника понял. тут не У нас такое было пожалуйста, не совсем недавно Дрю Макинтайр против Брока леснера всего-то три года назад. Вот и сравнивал, конечно, Брок. Лесса. Эдж, Дэниел и... Брайн и Роман Рейнс всего-то два года назад. Каждый выходил, как бы сам по себе. Не было персонажей такого уровня. Такой, нет, Коди ну Роуз, так, Роуз, тогда Роуз. мы говорим не про Романа Рейнса, мы говорим, мы говорим про персонажа, который реально нарисовался у Коди Роудса. Это факт. И у Романа не, Рейнса Роуз, персонаж созрел, да. Вот так, да. Так абсолютно, да. Это, например, там, я не знаю, ну, Рок Остин. Ну, Рок Остин даже, даже нет. Это какой-нибудь, я не знаю. Халк Хоган против Рэнди Сэвидж. Во. У них был матч Тарсон. Ну, короче, вот такой вот сюжет. Вот прям персонажи таких вот монументальных. Я не знаю, может, тогда и не казался Халк Хоган монументальным или еще что-то. Вот двух глыб сюжет. Шон Майклс гробовщик. Вот так mm -hmm. Шон Майклс и гробовщик. Было, конечно, блин, все правильно. Шестая, седьмая у них были эти, на пятой, где у них был матч. Блин, я что-то засомневался даже. Собственно, Халку Рэнди же забрал титул, блин. Короче, Итак... главное это постучать по дереву. Вот оставьте нам сюжет. Сами Зен пусть занимается чем-нибудь хочет. Оставьте нам Коди Рус и Румна Рейнс. Ну, собственно, вот к этому мы и пришли. Могли прийти к другому, к разному, непосредственно к ровной связи и прочим другим штукам. И сами Зейну, я думаю, отдельный какой-нибудь подкаст обязательно посвятим. А здесь просто пока про Elimination Chamber, что было, как сложилось. Сергей Вдовин, Павел Клиш, Алексей Красильников. Парни, спасибо. Пока. Всем счастливо.